Рождество, мам дорогая, вышел, короче, в тамбур я ночью на дворе, спать вообще невыносимо просто, вагон жесть, все извиняюсь, меня пукают, ноги все воняют, носки, блин, зачем мы хоть поехали с Андрюхой на поезде, надо было ехать или в плацкарте, и не надо, короче, на машине ехать, больше не на поезде. Не ногой, реально. Привет, шумит, мама дорогая. Вот такие вот двери интересные тут есть. Кнопку нажимаешь, они раздвигаются. И дальше вот такой там. Ну, жесть одним словом. Едем где-то под Ростовом. Ну что, Кать, как тебе спанье? Ну, просто непривычно нам вот это. Не спим. У тебя прям, я смотрю, прям глаза прям выспанные, да? Сонные глаза, Что? Поезд у нас приходит 12, не, во сколько, в 1:40? Не, в 1:40, наверное, или 30. Ну ладно, заселение в час. Яндекс. Посижу пока. Ну, покачать его, качели. На качелях нужно покачать. Там руками не трогать за железные качели. Посмотри, как она качает. Да, она так делает, ну что так часто? Ну, допустим, как ты играем, Егор, она так же делает. Ну, Егор. Танюш, ты там поаккуратнее. Поняла? Да. Что, Катерин, как тебе поездка, как тебе дорога? Ну да иди сюда, давай, ладно, я тебе подойду. Как тебе дорога, Катюш? Катюш. Тяжелая дорога, тут под конец, когда уж подъезжаем, тогда уже весело становится. Да что ты, под конец с тобой весело не было. Такие розы, глянь, какие весны. Да. Главное, мы сначала спали, половина дороги была вонь носков чьих-то. Потом запах каких-то отрыжек. Чего только, короче, не было по дороге. А еще главное, знаете, был момент такой. Это даже минус, чем плюс. Кондей, да? Да, кондиционер. Кондиционер вообще жесть. Он, во-первых, сначала еле дул, было жарко. Тебе душно же было, Катерин? А? Душно же было, попервой, да? То одеялкой одевали стёганые, Ехали мы, кстати, к слову, 24 часа. 24 часа, и мы докатили. А вот теперь Танюшка вот тут, значит, резвится. Катерина вон ходит, оглядывает территорию. С какой стороны лучше это? С какой? С этой. Ну, у тебя два варианта. Смотри, как бы с этой стороны, например, в обед там сейчас будут цепёки в обед. В обед? Ну, конечно, там солнце светит, окно не откроешь, жару. Жалюсь закрывать. А тут можно даже... А тут, смотри, прям, прохладно. Тут, во-первых, деревья, да, вон. Кондиционер не надо будет включать его. Да. Лучше, наверное, здесь. Лучше тут, да? Ну, да. Остаёмся. Я скажу, и говорю, нам будет желательно, чтобы не включить кондиционер, какой похолоднее номер будет, да? Ну просто сама подумай, смотри, нам предложили сейчас, значит, ребята, снять апартаменты. То есть, ну как снять, бесплатно. Ну не как бесплатно, мы платим как за обычный номер, в то же время будем жить в двухкомнатных апартаментах. И у нас есть вариант поселиться, значит, вот сюда, на эту часть территории, ну, стены, значит, где у нас будет прохладно, поселиться завтра, а на другую часть территории, где будет солнышко, но поселиться послезавтра. Итого мы живем двое суток в апартаментах. Катерин, как ты? Я думаю, надо со стороны тени. Ну, первый этаж будет, и на кухню будет ближе всего спускаться. А там, представляешь, кухня какая, можно готовить, и она будет убираться там. Ну, с собой будешь брать ее. Да. А я буду пока... Спать. А я вот здесь буду сидеть кайфовать. Тут прям так нормально. Очень хорошо придумали кухню, кстати. Детской, да, совместимость. Да, а еще, конечно, тут очень большой плюс от и того, от того, что сейчас приехали бы к деду, знаешь, во-первых, у него нету этой детской игровой зоны там, да? Нет, там ничего нет. Да. Тени нет такой. Можно здесь посетить. Ну да. Очень большая территория для парковки. На будущее, кстати, для машин парковка.
Там, конечно, не тоже не так все прям айсово. Это машины очень близко-то стоят друг к другу. Но, однако, знаешь, как бы место равно пошире, да? Это еще просто, знаешь, может, не особо сильный заезд. Если сильный заезд будет, то машина особо, конечно, не станешь, не будешь там, да? Глянь, какой домик, вон там, зайди в домик, Танюш. Нет, вон он, песок. Танюш. Вон домик. На море сейчас. Тебя, вон он, на море сейчас, конечно, идти бесполезно. Хотя, Катерина, может, пойдем за чебуреком? За чебуреком? Давай, лучше тут тени сейчас побудем, сейчас подождем. За чебуреком? Зайти, тут принять душ. Ну. И туда пойдем. Ну пойдем, когда уже 4 часа пойдем, когда солнце подуляжется чуть-чуть, да? Ну да. Вот он домик, доченька, да, вот домик, проходи. Нет, ну что, ты хоть не видишь? Подуморились сильно. А? Подуморились, говорю, сильно. Ну да. Я вообще не спал всю ночь. Во-первых, кровать неудобная. Че? Мне показалось, что ну как тебе. Ну тут уже можно более-менее. Смотри, тоже интересно, вечер много, наверное. Сидит? Да. Предположу, что много. И вот в этом уже, Катерина, уже не такой плюс. А то... Ну, напомню, что мы там в прибое тоже сидели, много народу было, проходящие, уходящие были. И ничего, ты сидел вообще не посчитал. Ну да, музыку-то потому что особо не включают, я так думаю, да? Музыку особо не включают, да? Тенечек прям хорошо здесь, мне нравится. Я боюсь, что танец горит на солнце. Я бы вот тут поиграть, вот в этой бы части территории Ванашки. Ой, ну ладненько. Сидим, короче, ожидаем, ребяточки. Побольше увидим с вами. Adios.